Приветствую вас, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня поиграем мы в Flink Fighters. Не знаю, что это за игра, но по описанию говорили, что она похожа на Bowmaster. Давайте посмотрим. Ну что это такое у нас? Ага, это прыжок. Значит, ходить и прыгать. Атаковать. Что это за бомжара там? А я за кого играю? За Тора, что ли? Так. Суть-то в чем? Просто подбить его? Или что? Ну-ка на! Выкуси! Бичара, нечего. Бич против Тора, нормально. Так. На-ка! Все, ребят, я победил. Но если честно сказать, то я рассчитывал немножко на другое. Я не думал, что здесь в таком жанре игра. Да, есть тут что-то от Бовмастера. Но это только единственное, чтобы подбить врага. Но без всяких тут наворотов. А это кто у нас? Саб-Зиро, что ли? 243 очка. Так, 3 алмаза. Это я вообще не знаю, что такое. А, взрывчатка. И Грини, ее красота. Мне дали какого-то Грини. 54 карты. Доминик и Андрея. Ну давай, турнир у нас здесь, да? Так, можно апгрейдить его. Ну, давай попробуем комбо. Ага, что он делает-то? Я не понял его на телодвижение. Надо же, я получил второй уровень. И он ржет еще при этом. Хлопает в ладоши. Так, это все нелепо здесь так сделано. Ну, давайте посмотрим, что хоть дальше-то нас ждет в игре. Почему он с каким-то пряником, пряничным человечком? Тихо ты, иди отсюда. Чтоб ты провалился в эту яму, а? Короче, цель мне понятна. Ой, это что там было такое? Сейчас пролетело. Просто на... Есть! Я прям как в воду глядел. Ну и что мне дают за это? Один кубок всего лишь. Ладно, теперь какой-то Андреа. Андреа, точнее. И такой же, я не пойму, кто это, орк или кто? Или это Шрек недоделанный? И причем они бросаются куклами. Блин, ни камнями, ни дубинами, а именно куклы. Что это такое? Ой-ой-ой-ой, куда это я встал? Я заморозился. Ага, тут еще, значит, ловушки всякие можно делать, или они автоматически тут выпадают. Ядрить его на корень, да что такое-то? Теперь какая-то клетка. Ага, вырвался из нее, отлично. Какой-то он тупорылый этот, Андре. Андре. Так, это соберем. На, взрывчатку. Ой-ой, не-не-не-не-не-не, не надо. Не надо мне ее. Да получи ты, елки-палки, а. Залп кукол называется. И он вздыхает у нас. Да, игра просто феноменальная, ребята. Таких надо поискать. Так, ну что, апгрейд можно сделать еще? Нет, нельзя. Нету у меня кристаллов. Да, ладно, давайте посмотрим далее. Это кто такой? Это кто такой? Робокоп, что ли? Похоже на него. Да, по-моему, да. Он, смотрите, бросается пистолетами своими. Я не могу понять, это боты или это реальные игроки, а, ребят? Если реальные игроки, то уж больно они тупят, если честно. Да, ну вообще, что ты делаешь-то, придурок? Отдохни вот тут, полежи. 246 корон каких-то. Теперь Кимберли, да, значит? Что это у нас, теннисный корт? Так, лучше, ребята, здесь нафиг подпрыгивать, потому что в прыжке и радиус дальше. На-ка. Взорвись на бомбе! Ах ты, черт, тебя подери.
На! Как говорится, кукольный пердеж. Ну, что ты тут? Куда ты там прыгаешь, а? Из них что-то выпадает. Я так понимаю, это надо собирать все. Тихо, 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 не буянь, на! Да взорвись ты уже! Блин, хрен еще попадешь, больно быстро тут мишень эта двигается. Такой радиус, да? На! Отлично, ребята. Я его сделал кукольным пердежом. По-другому я это назвать не могу. И теперь у нас Джулия какая-то. Ух ты, тут смотрите, уже новая локация. Опять Робокоп. И тут такие ребята. Какие-то каратисты, я не знаю, кто такие. Короче, сходняк тут у нас. Ай, блин. Я не могу, блин, придумали тоже мне игру. Интересно, сколько они ее разрабатывали, а? На! Да выкуси-ка ты. Все, что ли? Фи, какой-то Робокоп оказался ватным. Да. Ну и что я вообще должен... Суть-то какова? Куда я? Турнир, да, называется? Ну ладно, давайте в третий пойдем. Или подождите, тут еще есть у нас... Тут у нас даже магазин есть, а это что за балбиса? Бэтмен! Ай, блин. Так, в магазине. Даже донат есть, да вы бросьте его нафиг. Ой, блин, ну насмешили, а. Ладно, вот я из принципа пройду вот этот третий турнир. Я просто хочу посмотреть, что там дальше будет. Так, это кто у нас? Туна! На тебе, Туна! Блин, перелет. Хоп, молодчага. Давай, Шрек, не тупи. Собираем все эти ловушки. Черт подери, он увильнул. Во-во-во-во-во-во-во. Он попал в свою ловушку. На, получи. Ё-моё, и я попал. Все, победа за мной. Короче, турнир просто обалденный. Мэри. Так, Мэри, по-моему, там тоже Робокоп, да? Если я не ошибаюсь. Да, Робокоп. На, Робокопище, иди подзаряди свои аккумуляторы. Блин, а за кого же я-то играю? За... А, по-моему, это действительно, ребята, Шрексу. Да ядрить тебя на корень. О, кристаллик дал. Это хорошо. Судя по этому, как сказать-то, по аватарке, то я играю за Шрека. А он за Робокопа. Робокоп, блин. Одно название. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как так? Ну, нежданчик. Нежданчик, конечно, был. Ладно, один кристалл я получил. Тут еще какие-то... Ага, вот оно что. Значит, если я проигрываю, вы меня скидываете на ранг ниже. Тогда получи Туна. Нет, по-моему, это все-таки... Компьютерные ребята. Боты. Хотя хрен его знает. Чё ты делаешь-то? Кто это такой вообще, а? Напоминает мне, честно говоря, Тони Хавка. Сбросается скейтами. Отлично. Сделал я его. Так, а что будет, если наберу, например, 20 этих кубков? Что-то поменяется от этого? Вау, уже где-то закусочная какая-то уличная. Салли. Хотя, нифига, ребята, по-моему, в тот раз... Черт, я уже забыл, кто там был. В тот раз Салли, по-моему, и был. Так, в эту ловушку лучше не вступать. На-ка, пердёж. Отлично. Блин, даже в прыжке не могу до него... Во! Ну, куда-то улетел там. Тихо, тихо, давай сюда. Опа, молодчага, давайте расстреливать его. Пока он тут в этой клетке... Блин, ну он крепкий, крепкий, ребята, ничего не скажу. Не так быстро падает. О, а это что такое новенькое? Хе, обычная мина была. На тебе, отлично. Победа за мной. Ух, какая же все-таки веселая игра, ребят, на самом деле. Блин, прямо аж дух захватывает. Донна. Донна. Что они все любят Робокопа так, я не пойму. Или это единственное, на что они накопили... То ли дело мой Шрек. Вот так вот. Кстати, да, почему-то они не применяют суперудары.
А может быть это и есть их суперудары, бомбы там всякие, да ловушки. На-ка, выкуси. Собираем, собираем, собираем. Вот так, отлично. Еще один. Одно попадание, ему крышка. На, суперударом тебе. Нечего с тобой мелочиться, как говорится. Так, 263, у меня, по-моему, ничего не продвигается. О, блин, нет, я думал, что уже все кубки. И остался Гордон. Сейф, ну давай нажмем на сейф. Типа мы сохранились, да? Ну, а здесь у нас кто? Ага, такой же, Шрекиш. Гордон Шрекиш. Гордон Фриман, давай, иди сюда, я тебя сейчас накормлю. Печеночными человечками этими. Так, бомбу надо в него как-то отправить. Нет. Гаденыш что захотел, а? На меня ее направляет. Соберем. Вот так, отлично. Ёлки-палки, ребят, может быть, мне эту игру не стоит выкладывать, а? Теперь я чемпион. И что? Нажми. Ну давай нажму, и что? Что вы мне тут? Не пойму ни херашечки. Открыть. У меня нет. А, есть, есть, ребята. Так. Дюк Нюкин пришел. 12 клеток. Ух ты, а это что такое? Мистер Пианут. И еще 32 карты Шрека. Ой, а это же такой апибой. Ё-моё. Да, 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 ребята. Ну что ж, давайте сюда сходим. Что это такое, я не знаю. Посмотрим. Это чё? Кто? Чё? Это хищник у нас, что ли? Точно, ребята, это хищник. Босс, к тому же. Босс-хантер. Тихо, малыш, успокойся. Тут начинаешь мне тут буянить. Спокуха. Так, у него две полоски жизни. Ну-ка нафиг. Хочет меня подбить. Нифига, как бы не так. Блин, ребята, очень тяжело. Опа, опа, он что-то заглючил его. Блин, если бы я знал, что его глючит, я бы его расстрелял бы уже. Так. Ай-яй-яй-яй, попал. Тихо ты, нафиг. Да угомонись ты. На-ка, суперударом. Во-во-во-во-во, ребята, он глюканул. Надо его расстреливать. И все, отлично. И что мне за это будет? Ничего ровным счетом. Да. Ну, давай следующую тогда попробуем, что тут получится у нас. Да ну, хорош, завязывай. Че, опять что ли с тобой? Походу дела, это просто, ребята, повторение идет. Блин, какая же тут графика, елки-палки, просто, просто предел мечтаний, ребята. Какой там нафиг Бовмастер? Бовмастер просто отдыхает с этим шедевром. Так, глюкнул, глюкнул он, давайте его. Быренько, на-ка. Надо от этих ивонных брызгалок перепрыгивать. Просто на этой, на одной. Тихо. Все, что ли? Фи. Сынуля. Да. Так, а что там у нас еще тут? Что-то можно здесь. Получил я. Ух, ребятушки. Да. Ну, давайте хоть. Ага, вот тут. Маска тут. Со Звездных войн. Ну давайте посмотрим, наверное, что он из себя представляет, этот Пианут. С чем он там? А я против Кимберли. Так, опять он какими-то медвежатами тут бросается. Ну игра, ребята, а? Ну просто обалденная, блин. Да, не ожидал, конечно. Ё-моё, он меня еще и завалил, а? Так, я что-то не понял. Это что за... Что за дела? Так, я его подбил. Пол хпшечки снял.
Ну-ка, отлично. Ох ты, что это я такой... Что я кинул-то, я так и не помню. Что так быстро произошло, что даже не врубился. Что у него там за суперудар? Наковальню, что ли, бросил какую-то? И кто это вообще такой пианус, блин? Ну ладно, этот со Звездных войн. Все вдало... А, он большого медвежонка бросает. Ясно. Иди, иди, иди сюда, иди в клетку. Ой-ой-ой-ой-ой. Не надо вот так вот делать. Все, победа, ребята. Ну что, дорогие мои, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился, ставим жирный лайк. Ну а на этом все. Всем пока и до скорых встреч. Увидимся с вами на новых видосиках. Да. You can't stop bouncing.